Фестиваль «Белгородская черта» проводится уже в пятый раз. Традиционно возле памятника археологии 17 века. Фрагмента вала между историческими крепостями Болховец и Карпов. Представьте себе, это сотни километров крепость. От кого защищала? От любого противника с юга. Площадка боевой реконструкции включает в себя реальные оборонительные сооружения 17 века. Дерево-земляной городок, земляную башню, чистоколы и смотровую вышку. Реконструкция набега воровских людей, татарского отряда по Изюмскому шляху на строящиеся города. В 1637 году построены Яблонов и город Короч. На площадке профессиональные реконструкторы из Москвы, Подмосковья, Ельца, Белгорода, Бирска и Тулы. Всего около 100 человек. Здесь не требовалось даже большого обученности человека, чтобы он стрелял метко или еще что-то. Надо было стрелять быстро и часто. Стрельба велась залпами, и даже малейшее ранение лошади, человека, оно очень часто заканчивалось фатально, потому что это практически маленькое ядро такое. Калибр маленький, заряжали дробом, картечью. И поэтому, как прикрытие флангов, допустим, при отступлении или быстром нападении, то пушки, они, ну, могли заменить 10 стрельцов точно. Пока за лесами, за горами идет война, здесь, в мирной части фестиваля, в посаде, все спокойно. Здесь развернулся лагерь подготовки молодых стрельцов, ремесленные лавки, вот лапти даже плетут, и скотный двор. Овечек можно потрогать, покормить. Ты ж мой хороший. А как в них ходить, вот, допустим, по лужам, в них же дырки? В старину их плели пожестче, и она же разбухает от сырости, не пропускали воду. Самое важное из ремесел, потому что без него далеко и не уйдешь. На кузнеце и строится вся деревня. Кто вам серпы сделает, косы наточит. Илья Лядвин, Каун, Владислав Григоров. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.